когда я взяла награду, мне дали ошейничек! Вот так и дарила они подарки, да. Она потом будет говорить, вот, лучше подарили вот другому. Вау, смотрите, что делает. Лед, огонь. О, и танец! Всем привет, котята, меня зовут Лана, и мы в игре про кисиков. Здесь обновление, и вот мы очень рады этому, смотрите, прям все рады. Танцуем. А знаете, куда нам теперь? Кисики. Куда? Не догадываемся. Нам вот туда. Воу, что это? Там уже тавр? А я рассчитывала, что мы кое-что увидим. Но да ладно. Короче, суть в том... Ой, тавр скоро закончится, смотрите, минута. А мы успеем пройти? Успевать. Пойдемте по лесенке. Ой, я надеюсь, мы успеем. Так, давайте. Капец, настоящий тавр. Настоящий тавр. Мы забавно ползаем. Мне очень нравится, как кисики поднимаются по лестнице, правда. Да. Блин, а маленьким кисикам проще проходить. Да, как будто бы лайфхак такой. Более юркий пацаненочек у меня. И очень так хорошо мимо вот этих вот всяких светяшек он пропрыгивает. Но нам надо успеть. Он перешагивает на этих платформах. Да, спотыкается немножко. Ага. Ну, коробки, лапки, конечно. Видишь, он не может бежать. Он бежит, бежит и такой, ну, ладно. А вот так нормально. Но вообще, я бы хотела, чтобы в обычном таворе... Ой, Ульяна, кажется, кисик-сорвисик. Да, чуть-чуть упала. Нормально, я жива. Упадисик. Понятно. Но все будет... Все в порядке. Кисики цепкие. Так, и это уже верхушечка киськового тавра. Да, награда! Лёша, ты забрал награду? Иди получай. Мне награда? Да. Ты же первый прошел. Ты иди возьми награду, твоя награда. Такая, может быть, она всем дается, нет? Ну, сейчас... И меня сбросило, кстати, вниз, когда я взяла награду. Мне дали ошейничек! О, смотри, ты сейчас офигеешь, обзавидуешься. А ну-ка. Так, как тут? А вот это надо на себя, и там шляпки где? А, вижу, смотри. Вау! Ананасик. Ананасик, правильно говорить. Ананасик, кисик, ананасик. Ульян, проходи, 11 секунд осталось, надо забрать приз. Не успею, я в следующий раз. Если там будет приз, я буду очень рада. Надо, чтобы был приз. Слушайте, а мне нравится проходить тавр. Ой, я прыгаю как не как кисик, а как какой-то конисик немножечко. А что? А где? А тавр исчез? А он обновится сейчас. А я проходила, и он просто исчезал. О, нет. Смотрите. 30 секунд появится. Кисик усинисик. Кисик магисик. Да. Кисик. Волшебнисик. Волшебнисик такой. Мне кажется, уже слишком много этого суффикса. Ну посмотри на него, как его еще можно назвать? Он такой прям очень кругленький. Круглисик, я бы сказал, да. Сам говорил, что много, а потом снова сказал. Так, ну он будет просыпаться, да, 3 секунды, останусь его разбудить. Просыпись-ик! Вау! Смотрите, что делает. Лед, огонь. О, и танец! Я тоже так могу. Забавно. Я буду ему танцевать. Бдыщ! Вау. Бдыщнулся. Ну что, пойдемте. Интересно, нам каждый раз будут выдавать какие-то подарки? Я хочу много подарков. Я надеюсь. Я надеюсь, что да. Я надеюсь, что они будут стоящие. Ой, куда это? А если мы пройдем гораздо быстрее? Я надеюсь, что подарки будут стоящими. Конечно, я хочу прикольные подарки. Чтобы я могла их продать, например. Нет, носить, допустим. Конечно, чтобы очень нравился. Вот у тебя, например, классный ананасик. Спасибо, ананасик. Да, мне понравился. Я даже не знаю, лучше был бы кокосик или ананасик, потому что... Ну, ананасик лучше, но кокосик звучит лучше. Да, но выглядит интереснее в плане шапочки, конечно, ананасик, потому что у него есть еще куст сверху. Немножечко небольшое падение. Подвели? Да. А я пошла. Соскользну. О, и что тебе интересно выдадут? Что? 10 золота? Что? О, нет. В смысле? А так бывает. Очень обидно. Ребята, обзавидуйтесь. Что, ты что, опять, что ли? Сейчас я еще тоже дойду, сейчас получу свою награду. Почему вам дают что-то прикольное, а мне золото? Ребят, а светяшка убивает полностью. А, я думала, ты уже прошла. Мне снова проходить тавр сначала. Да. Я просто врезалась в нее, и меня прям... Я кисик покраснисик и вниз, конечно, отправисик. Мне это не нравится, это не круто.
Но это настоящий тавр, никаких чекпоинтов. Ну да, но почему я сначала так замерла, типа, а потом меня сюда вот скинуло? Мне теперь страшно, боюсь эту светяшку. А я пытаюсь второй раз дойти, интересно, мне дадут еще награду или нет? Я, кстати, тоже хочу. О, да, дали! Дали! Так, можно, пожалуйста, не золото? О, не золото, ну хотя бы а так. А что там такое? Хотя бы так уже, хотя бы так. Блин, я все никак не могу добраться, у меня только этот ошейник красный, и все, мне даже не нравится. Подождите, а у меня есть шляпа ананасика. Что? Что? Откуда? Да, и вот еще есть шляпа акулы. Секундочку. Акулы? Ян, ты как это все получи? У меня только один этот... Может, тебе вместе с деньгами дали? Не знаю, у меня куча ошейников. Чего? Есть золотая цепь. Надо Ульян, быть... ты чё? Какой-то... Я ж кот. А, ну не знаю, на самом деле, почему. Вот это ты. А это мне ты, дали это... голубую шляпу волшебную. Чего? Смотри. Капец, классно выиграл. А как ты это получила? Не Может знаю. Быть, ты как-то куда-то там на группу подписалась, я на ютуберша код ввела. Вот еще я волшебник. Я обалдеть. Все знают, что а она ютуберша и дают же, ей вообще. Подарки. О, такая о, ешь, покажи, что еще. А, чулочки! Ого! Да, еще белый воротник есть. А еще вот что такой. Было? Это все, что ты получил? Ну, сейчас синий мне дали воротник. Ладно, я пошла получать тоже. Мне как-то не нравятся мои подарки. Это шляпа, вот этот вот ошейник, что-то. Ну, ну так и дарила они подарки, да. Она потом будет говорить, вот, лучше подарили вот другому человеку. Да, а кисик старался. Да блин, это не кисик, это просто случайный сундук. Это подарок от магического кисика. Это неправда. Но это же кисик делал тавр, получается, тавр подарил нам сундук, получается, кисик подарил нам сундук. Ульян, спасибо, раскидала по фактам, спасибо большое. Ну, вообще, так-то я сначала тоже была недовольна, пока не увидела, да, что у меня в инвентаре много всего. Капец, ага. Откуда, непонятно. Я, кстати, тоже не поняла. А может, тут где-то можно получить, кроме тавра? Возможно, может, где-то возможно, еще выдают? Что... А что ты собирала? Рассказывай. А я не помню, вот в том-то и дело. Ага, ясно. Я вообще не знала секреты. До этой игры, что опять вот золото дали. Угу. Я вообще не знала, может, до этого золотом, момента, посмотри. Что можно шляпу есть вообще. Золото, может, еще что-то дали? Нет, вот я сейчас смотрю, ничего нет. Только золото. Ну и вот эти вот ошейники. Все, так, которые ну-ка. Были до этого. А я что получу? 5 золота! Пойду. Вот. Так, а я? Вообще ну-ка, некрасиво. Пожалуйста, не золото. Красный ошейник обычный. Ну и пока. Угу. Пойду поплаваю. Но очки легендарки, ребят. Очки что? Легендарки. Подождите, у меня все обычное зелененькое. Интересно, как смотрите, получить? Опять она недовольна подарком. А у меня тоже... Да... А, нет. Не это все. Не подарок, это я сама заработала вообще-то. Ну, кстати, заработала, да. Чтобы тебе подарили подарок. Так не бывает. Ну, случилось, видишь. Танцевать, пока не придет этот магисик. Ну что, вы не успели, да, пойти? Где вы? Да. А, вот я там. В самом конце был. Ой, капец какой-то. Шмякнулась Ульяна Ивить. Давайте ему танцевать, может, он тогда лучше подарки даст. Я думал, ты скажешь, лучше поспит, выспится. Лани, вот, только слышите? А, только подарки, только хорошие подарки, такая чистая. Я даже шляпу, как у него, надену сейчас. Это правда. Ого. Ого. Так это он тебе зато дал ананасик и очки, а мне вот ничего хорошего. Потому что я крутой ананасик. Ты вот... Поехали, кисик. О, мы с ним очень похожи. Слушай, а может тебе поэтому выдали все? Не знаю. Типа ты такая же, как он, и он такой, ну да, вот тебе тогда все, что самое крутое, может быть так. Ну. Первый уровень всегда одинаковый, кстати, как будто бы. Ну, вообще тут не то чтобы большое разнообразие уровней и... Нам и не нужно. Нам нужны подарки. Да. Согласна. Это Лане нужны подарки, а мне просто нравится проходить тавр. Это Лана такая вот. Понятно все. Да, кошка Лана, конечно. Все, так ты в итоге все равно возмущаешься или радуешься, когда тебе что-то попадает. Блин! Нет, еще и стукнуло. Я же была высоко, я же почти прошла. Че, Ёж, уже выдали что-то или ты еще прыгаешь? А что такое? А интересно знать. А что, завидуешь, получается? Ну, конечно, хотелось бы такой ананасик и очки. Фиолетовый ошейник. Тоже неплохо, да лучше, чем такое? Красный, кстати. Золото, блин. Зачем мне ваше золото? А что можно купить вообще за золото? Новый вид кисика. Ну да. Там есть такие пухленькие, как волшебник.
меня еще копить и копить, у меня 43 и все. Мне 25. А там они сотку стоят. Ну вот проходите тавр, пока не наберете на кисиках. Слушайте, я вот думаю, может быть это просто баг случился в этой игре, и я получила все, в общем, возможные предметы, которые можно получить в этом тавре. Разве? И теперь мне дают золото. Что у меня есть? А. Что? Что у тебя есть? Ну, то же, что у тебя есть, Ёши, легендарные очки. О, ананасик. А. Хочу еще что-то теперь новое легендарное. Ульяна, а у тебя есть очки? Да, у меня очков-то нет. Возможно, все-таки это не баг. Так, сейчас. Опять 5 золота, это в смысле? О, нет. Мне, кстати, интересно побывать на общем сервере, насколько там красивые кисики и сколько кисиков добывают себе новые шляпки. Так что посмотреть. Но почему-то мне вот сейчас кажется, что тут было бы легче кисиком покрупнее проходить. Будто бы. Ну да, тут такие... Слушай, может, ты и права. Я вот попробую в следующем раунде, потому что он как будто, ну, побольше будет, побыстрее там может быть как-то. Угу. Голубой ошейник. Так, сейчас попробую. Какой у меня есть из кисиков покрупнее? Вот это ребенок. О, это я такой же, только я подросла, пока проходила тавр. Да, уж состарилась. Ой, мама не включила бег. Игнорирую Ёши. В смысле? Ну так и есть. Ну, это состарилось. Ты знаешь, сколько вообще, сколько человеческих лет в одном кошачьем? В одном коте я думаю. 15, если интересно. Что? Да, подожди. Первый год кисика, вот год прошел, ему 15. Ёши, там подожди. Дальше иначе. А, идет. Дальше потом иначе, вот, а то я представляю себе, что кисик прожил 15 лет, и сколько ему в человечьих годах. Дофига. Вот, да. Бабушка кисик. А 10 лет это и так вот 150, а потом это куда? Ну, так не живут. Это, видимо, что-то иначе. Слушай, а реально большим будто бы проще проходить. Будто бы и прыжочки так побольше становятся. Так, прошла большим кисиком и... 25 золота. Ну, за маленького давали 5, в принципе. Выгодно. Нормально, да. А за минуту успею ли я пройти? Наверное, нет. Боюсь, что да, не я успею. Думаю, это возможно. Что тут успевает-то? Тавр легкий. Тавр, ну да, легкий. Если не падать, то, в принципе, возможно. Есть противные уровни с противными светяшками. А, слушайте, да, я, наверное, пройду. Да, большим киськам очень удобно прыгать на эти, например. Мне непривычно, кстати. Ну, по-моему, это все равно явно удобнее. То есть вот прям с теми кубиками у меня не было проблем, когда я подросла. Состарилась, сказал Ёши. Так, я успела. У меня еще есть даже 20 секунд. И... 5 золота. Мне камоновский ошейник. Да блин, мне ничего не попадает больше, мне не нравится. Ну... Знаешь ли, Ульян, вот так посмотреть на твою акулу и на золотую цепь, а что тебе еще надо? Не знаю, чего-нибудь, хотя бы просто комонки какие-нибудь, чего-нибудь. Можно было бы здесь посмотреть. Слушайте, а может пойдем на общий сервер, посмотрим, как одеты кисики? А, давайте. О, узнаю Ёши, вот он. Здравствуйте. Здравствуйте. Это я. А почему все кисики какие-то обычные? Ну вот, в шляпке, а это ты. Это я. Почему? Никто не знает, что можно получить шляпки. А вы сюда придите. А можно прийти к ним и показать. Вот. Да, и тут ребята уже с шляпками. Вот я вижу ошейничек. А где, в таверне? Да. О, пойдемте в тавер. Мы, кстати, еще даже можем успеть его пройти. Да, и не один раз. О, один, наверное, потому что полторы минуты. В основном, кстати, у всех шляпки вот такие. И да, которые. А еще они шипят что-то. Не получается пройти, может. Они внизу шипят друг на друга. Ну, потому что не получается пройти. Ой, тут большой кисик в зубах держит маленького, и они вместе проходят. Блин, давайте тоже так попробуем. Кто будет маленьким кисиком? Я уже ушел. А кто будет маленьким тогда? А я тоже уже ушла, я уже поднимаюсь. Хорошо, ну капец, оставила потом ребенка Ульяну. Подожди, Ульяна, а ты уже... даже 15 нет. Я вот только что прошла, мне дали золото опять. Тоже 5 золота дали. Так, кого, вот это ты кто? Вот тебя можно в зубы? А, это Ульяна, давай. Это я. Но мы сейчас не успеем, но мы попробуем. Но мы не успеем. Это получается прикольно, я просто буду
висеть, ничего, да, вот не так делать, но, возможно, получу награду. Зависит от Ланы, насколько она хорошо будет стараться. А что это за золотисик? Ого. Он блестит, сверкает. Он прям сияет, да? Да. Крутой. Ничего себе. О, нет. Что? Короче, минимум секунд 30 нужно для того, чтобы пройти все это дело. И то это, если ты не ошибаешься, смотри, они пришли его будить. А кто-то рядом лег. Ой, потягивается, да. Блин, не устала висеть в зубах? Не, меня все устраивает. Отлично. Опа, танцы пошли. Это такое пробуждение. О, подождите. А, нет, все то же самое, да? Лед и пламя, да. Так работает киськовая магия, побежали. Понял, записал. Интересно, если меня стукнет, Ульяну тоже стукнет светяшкой? Давай не будешь проверять. Наверное, да, но мы можем пока что. Но если мы случайно проверим? Ну, случайно, конечно, можно. Да. Я стараюсь, чтобы мы не проверили, но все может случиться. Случилось! Ой, Ульян! Наша рассоединила. Ужас, это от страха я тебя выронила. Я думала, ужас, что я пройду, я не хотела попадаться. Какая на мать свечашку. Я не мать, я помощник, ну, я просто прохожу, бывает. Я, да, носильщик. Как не мать? Ну как, просто помогаю нести. Что, каждый, кто на руки взял мать, что ли? Да. Ну не знаю, тогда меня ученик по физкультуре брал на руки во втором классе, он моя мать. Твоя мать? Вот и я тоже не знаю. Это была твоя мама, подожди, так твоя мама физкультуру преподает? Так это был мужик какой-то, я уже даже не помню, как его зовут. Он меня еще стукнул об лампу, потому что сильно высокий. Ой, вот так дела, ничего себе. Так, Ульян, а тебя надо выпустить? Нет, я вот взяла. А, ой, я и сама выпустилась, все, понятно. Главное, ты должна брать... Ульяна! Ульяна! Что там? Что там? Мы теперь с тобой друзья. Мать! Да! Или сестра. Слушай, это неплохо. А давай я тебя еще раз тебя отнесу. Вдруг мне в следующий раз выдадут ошейник, как у тебя. А-а-а! Ну, может быть. Так это корыстные цели, получается. Нет, я у Ульяне тоже помогаю. Ульяна ничего не делает. Ну, вообще, да, я по факту не прохожу, я просто сижу. Болтается. И смотрю, да. А тебе, Ёша, что-то выдали? Да не особо. Мне сразу дали много хорошего, а теперь не дают. Так, ну я считаю, что это наша последняя попытка на сегодня, потому что иначе мы будем бесконечно проходить. Так, Ульяна первая берет, а то меня так. Так, теперь я. И... Да блин, 5 золота опять. Красная шляпа волшебника. Не, ну, 10 золота. Пойдет. Смотри, Ёши, мы теперь не вот пойдет, что у меня есть. Ого. О, Ульяна, тут кисик, как ты, прям только большой. А у меня тоже такая штука, да, есть сейчас. А, вот да? Да? О, мы все акулисики. У меня нет очков. Да. О, жаль, вещи нельзя давать, я бы тебе шляпу отдала, говорит, да, девочка. Да. Добрый кисик. Возможно, ой, мама. Тебя что-то просят, видишь, или просто так. Ты видишь, беленький кисик у тебя в ногах. Да. А, подожди, да, у тебя, это не Ёши. Ты где? А, тьфу вот ты. Я. Это, короче, все, да, я поняла. Это я просто ник вижу и смотрю, думаю, что это твой, а это не твой. Все. Меня запутали. Ну, ладно, да, давайте завершим все танцем. Где наш танец? Конечно. Вот этот. Вот этот. А, ага. Слушайте, ну здорово. Я надеюсь, что в этой игре будет больше обновлений. Ну, а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока. Пока. Пока.